Всем привет, дорогие друзья, с вами Риджет, и я продолжаю проходить Metal Gear Solid 4. Буквально в прошлой части нам позвонил Рейден и научил Снейка выслеживать цель по следам. Для чего это нам нужно? Да для того, чтобы найти Наоми, ведь ее утащили солдаты ЧВК Ликвида в неизвестном направлении. Локация, по которой мы сейчас будем передвигаться, очень-очень сильно напоминает Целиноярский МГС-3, поэтому я очень счастлив и с радостью примерю шкуру следопыта. Если хорошенько подумать, то можно вспомнить, что в МГС-3 по-настоящему мы выслеживали лишь снайпера The End. Ну, зачем мы его выслеживали, вы знаете, чтобы расстрелять его из транквилизатора и заполучить его винтовку Мосина. Там действительно по-настоящему нам пригодился тепловизор. В основном же для отслеживания обычных солдат мы не использовали. А в МГС-3, то есть в МГС-4 это сделали как отдельную фишечку геймплея. Ничего сложного в этом нет. Нам нужен Solid Eye, его тепловизор и главное смотреть за следами каблуков, потому что следы время от времени будут разделяться. Наоми, как мы помним, носила черные туфли, поэтому ничего сложного нет, ну, лично для меня. Я, кстати говоря, заполучил камеру. Для этого нужно было во время брифинга заехать за стол Сани на самолете Номад, и именно там она лежала. Теперь мы можем делать снимки в высоком разрешении, сохранять их на карту памяти. Не на карту памяти, а на жесткий диск Sony PlayStation 3. И загружать их в сеть, либо, не знаю, там, перенести на компьютер. Короче говоря, делать скриншоты. Хотя, в принципе, фотоаппарат в MGS4 нам нужен не за этим. А зачем же он нам нужен, я вам расскажу в будущем и еще не скоро. Вот именно по этим следам мы и будем двигаться. Самое главное, нужно помнить, что тепловизором Solid Eye долго пользоваться нельзя из-за того, что он создает шум. И по этому шуму засевшие враги нас могут вычислить. А так он говорит, что следы разделяются. Но в принципе я не постоянно буду следовать за следами. Я буду ходить еще по всяким интересным местам, где спрятаны секретики, ну и полезные предметы различные. Вот те самые следы от туфель Наоми. Как я вам говорил, выследить небольшая проблема. Главное быть внимательным. Вот тут, кстати, очень красивая локация на этом мосту. Вот тут мне прям полное дежавю вспоминается MGS3. Локации Долина Водна. Вот сейчас посмотрим. Охренительная просто красота. Игре 4 года, а графика до сих пор так впечатляет. Дизайнеры, не знаю, просто мега молодцы. По всей видимости, они ездили в Южную Америку. И эти локации на самом деле где-то в реальном мире существуют. Хотя, не знаю, я в этом не уверен. Ну, согласитесь, что выглядит все просто фантастически красиво. Здесь патрулировал местность один солдат, но он уже уснул, по-моему, тут больше никого нет. Тут, как я вам говорил, действовать нужно очень аккуратно. Ни в коем случае не бежать на пролом, потому что в некоторых местах тут засели снайперы. И отряд, кстати, который от нас убегает, они также кое-где поставили клеймор-мины. Поэтому нужно постоянно бегать с тепловизором. Вот тут я вижу какие-то полезные предметы. Ох ты, черт, вот только сказал про клеймор, и тут же меня взорвали. Хотелось бы, конечно, хотелось бы постоянно бегать с тепловизором, но, как я вам говорил, выдает его шум. То есть, слышите, он шумит, и из-за этого нас могут услышать. Но желательно им тут почаще пользоваться, потому что всяких сюрпризов здесь полным-полно. Еще один солдат. Ну ничего, я его сейчас вырублю. Главное, что он не слышал. Не услышал их, я взорвался на той мине. Странно, кстати, что он не услышал. Ну давай, иди сюда, чувак. Так, спокойной ночи. Если вы помните, конечно, в Metal Gear Solid 3 Snake Eater
на первых локациях было расставлено очень много ловушек, то есть всякие растяжки, всякие там ямы, прикрытые листвой. Я ожидал, что здесь, на этом моменте, когда проходил первый раз МГС-4, я думал, что тут будет нечто подобное, нифига такого. Разработчики отделались лишь тем, что расставили тут снайперов, который сейчас один получил дротик в голову. Расставили снайперов и поставили мины. То есть никаких ловушек тут ожидать не стоит. Так, вот следы, которые нам нужны. Если... Так, тут мы подняться не сможем. Если пойти влево, то мы там найдем, по-моему... Один интересный домик. Если я не ошибаюсь, конечно. Да, вот, вот это вот сарайка. Сейчас спустимся туда. Но нам придется по одному месту снова пройти. Ну ничего, ради полезных предметов можно исходить. К тому же, мало ли, может быть, когда первый раз проходили, пропустили это место. Или вы в первый раз смотрите, и вам вообще, наверное, все интересно. Вот тут вот лежали стан-гранаты. Пригодятся. И журнальчик Playboy. Тоже, возможно, пригодится. Вот бегают морские свинки. Кстати, я не знаю, вот что это за животные. Давайте-ка их рассмотрим. Действительно, это морские свинки? Кто смотрит Discovery Channel, поделитесь в комментариях под видео, что это за животные такие. Что это за грызуны? Я подозреваю, что это морские свинки. Хотя, возможно, я ошибаюсь. MGS такая игра, которая заставляет просто зайти в интернет и посмотреть в Википедии, какие водятся животные в Южной Америке. Представляете? Вот какая еще и другая игра заставит делать такое? Помимо обычных солдат, нам еще здесь встретятся Frogs. А у них... Слух гораздо лучше, чем у обычных ЧВК-солдат. Поэтому с каждым новым шагом нужно быть внимательным и осторожным. Все более внимательным и осторожным. Я уже чувствую, что они где-то рядом. О, чёрт подери! Говорил о Фрокс и спалился перед обычным солдатом. Но вот я вам говорил, что тут нужно быть внимательным. Вот этого солдата реально сложно заметить, я вообще о нем забыл. Хотя помню, что в предыдущее мое прохождение он меня тоже заметил. Вот негодяй, завалить его что ли? Ладно, не буду. Живи. Все равно твою жизнь с наномашинами сложно назвать жизнью. И вот мы дошли до моего любимого места на здешних локациях. Это вот такая вот речушка горная. Блин, как же офигенно тут красиво. Просто офигенно. Хочу MGS3 с такой графикой. Вот вспомните локации, где мы сражались с Д-Эндом. Представьте, если они будут выглядеть так. Блин, просто красотища. Просто красотища. И вода тоже сделана очень красиво. Я вообще считаю, что MGS4 это, наверное, самая лучшая в графическом плане игра на Sony PlayStation 3. С ней, конечно, может поспорить Heavy Rain, может поспорить Uncharted, Killzone, но это мое имхо. Уж слишком разнообразными сделал Хидео Кодзима все уровни в игре, то есть начали мы на Ближнем Востоке, потом перебрались в Южную Америку, потом еще побываем в таких местах, что от разнообразия захочется радугой плеваться. Ну это факт, дорогие друзья, это факт. Так, а вот тут следы вообще жестко разделяются. Ну, по всей видимости, нам вот по этим следам нужно. Да, да, по этим следам надо идти. Вот я слышу, кричит Наоми. Да, это по-любому была Наоми. Или, возможно, это Фрокс там с кем-то извращаются. Так, так, так. Я чувствую, что где-то поблизости Фрокс. Да. Да, так он... А так он сказал нас, что нас выдал Solid Eye. У Фрокс слух очень хороший, гораздо лучше, чем у обычных солдат. Поэтому меня заметили. Я вам говорил, что нужно аккуратно пользоваться здесь Solid Eye, и сам на этом опростоволосился.
Они так спят забавно. А ничего, так себе девочек подобрал. Ой-ой-ой. Нет, я ничего не хотел, я просто смотрел. Хотела вступиться за свою подружку, но мы ничего с ней плохого не хотели делать, просто посмотреть на нее. Нифига у них полезного нет. Интересно, кто надоумил Ликвида создать такой отряд девушек-наемниц, которые облачены в какие-то непонятные костюмы? Так и не разберешь, девушка это или просто какой-то Хелгаст. Действительно похоже чем-то на Хелгастов. Я тут недавно Killzone вспоминал. Тоже один из мощнейших эксклюзивов Sony PlayStation 3. И, кстати, насчет эксклюзивов. MGS 4 никогда не появится на других платформах, так как 50% спонсирования поступало от самой Sony, поэтому это вечный эксклюзив консоли. Я, несомненно, счастлив. Осознавая то, что только поклонники бренда Sony поиграют в эту выдающуюся игру и одну из лучших игр вообще всех времен, решил подкасты незаметно вот к этому солдатику. Странно, что он меня не заметил. Похоже, он там... Вот сволочь, он там устанавливает клеймор. Ну, сейчас я его накажу. Так. Выберу те шприцы, которые дала нам Наоми. И покажу вам, как же свести с ума сотрудников ЧВС. Стоять. Так, убираем пистолет. Хватаем его. И выбираем те подавляющие наномашины от доброй тети Наоми. Втыкаем один раз. И втыкаем еще раз. И вот так вот у чувака просто пена из рта пошла. У него наномашины просто сошли с ума. Но не переживайте, с ним все будет в порядке. Пускай он валяется. Вот такая вот интересная фишка. Также можно допросить солдат, воткнув в них шприц. Правда, они будут один бред говорить. То же самое, что и было в MGS 3. С этим ничего нового. Так, ну и сейчас включаем Maximum Alert. Неправильно выразился. Включаем максимум внимательности, потому что впереди нас ожидает целый рой Фрокс. Это я хорошо запомнил, их там очень много. Тут, смотрите, кто-то на руках вообще шел. Не знаю, то ли это прикол, то ли это какие-то биомеханические твари типа Гекко тут ходили. Черт его знает. Так, тут следы опять разделяются. Неужели Наоми тут одна прошла? Так, впереди Фрог засела. То ли она снайперша, то ли кто. Нет, она сюда пошла. Так, мне нужно вырубить ее незаметно. Хватит мне уже этих поднятий тревог. Знаете, на самом деле MGS 4 стало сложнее в этом плане, потому что искусственный интеллект по сравнению с MGS 3 улучшился, и вроде тут не такие глупенькие. Хотя в MGS 3 тоже вроде не были глупыми, но их действия можно было просчитать. А тут они порой себя ведут неординарно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да никого здесь нет, успокойся ты, расслабься. Ух ты. Ух ты, это туфли? Это туфли Наоми, она тут сняла туфли. Нет, подождите. У нее были черные туфли. Это я хорошо запомнил. Снейк даже успел полюбоваться прелестями Наоми. Но я как настоящий джентльмен отвернулся в тот момент, что не сказать о Снейке. И эта сволочь бежит сюда, я не успею ее вырубить. Ну что же вы такие мышки-полевки-то, Фрокс? Вот реально, настоящие мышки-полевки. Но они зато, по моему мнению, более слабые, нежели чем обычные солдаты. Они убиваются там буквально за 3-4 попадания. Что не сказать об обычных солдатах ЧВК. И вот тут вот где-то впереди нам встретится... Да, нам встретится целый отряд. Целый отряд Фрокс. Тут можно не жалеть дротики, но ни в коем случае не идти... Ни в коем случае не идти в открытую конфронтацию. Нас просто там завалят.
завалят грубой силой. Так что издалека покрываем их огнем из транквилизаторного пистолета. Вот там уже сколько народу спит. Просто дофига. Вот так вот и рекомендую вам здесь действовать. Можно было, конечно, полностью стелсом пройти. Но у меня не получилось. Вот тебе в задницу, дротик. Чёртова Фрокс. И Ликвиду скоро я в задницу дротик сажу. Да желательно не дротик, а какую-нибудь ракету Стингер, например. Хотя, думаю, он после этого выживет. Можно даже не сомневаться. Ликвид вообще сейчас... Ну, не сейчас, раньше был говорящей рукой, а сейчас полностью подчинил Оцелота. Но на самом деле это чистой воды фантастика, и такого не может быть, как я считаю. Хотя, кто знает, мы так мало знаем о мире. За последние 100 лет произошел такой прогресс, что вполне вероятно и такое может быть. Ну что ж, мы добрались, мы выследили, в следующей части будет длинный ролик.